давай бежать хотя бы кучкой. Кучкой, ну ладно, я не знаю, просто как-то. Опять этот фонарь, у меня прям соблазняет к нему. Бежали. Кстати, возможно, здесь мир меняется, потому что в прошлый раз, когда мы шли, мы прошли в другое место. Ладно, пошли. А, вот записка, нет, мы не прошли, мир не меняется. Блин, не читай ее, стоит даже. Я не буду читать, только возьму. Пошли. Я только возьму. Я полразика читаю. Ну, правда, полглазиком посмотрю, полразик на пол записки, и все нормально будет. Кстати, ты почти даже шуметь перестал. Я очень рад. Может быть, это, конечно, игра была, но я просто не знаю. Я фиг знает, как она шумит. Но первый раз мы играли, ты не так шумел. Так, ты бежишь? А, кстати, я взял адреналин, я теперь могу жестко бегать. Я убегу от всех просто, хрен кто догонит. Без меня, да? Да, без тебя. Потому что у тебя нет адреналина. У тебя есть фаеры, которые отпугивают. А я все еще дедан? Да, ты дедан. Ты такой, Петя, короче, ты такой, там, голубом. Латентный, да? В очках. Латентный такой, да? Зато у тебя лысина на пол башки, и посреди этой лысини этот, такой островок из волос. Ну нет, я видел, кстати, вот там они, там где, короче, ой, какая, не нравится мне эта музыка вообще. Да, тихо, да. кто-то что-то шпузит. Круг. Круг ты круг, он спасает только один раз, если не смотреть на него. В кого? На Вия. Да, круг. А здесь кроме Вии еще всякого говна ходит. Почему он исчез? Кто? Так мы его использовали. Возможно, он за нами гнался, я не знаю. Так, тропинка кончила, нет, она повернула просто. Блин, боюсь, кусты такие прям. Да? Блин, я понимаю, слушай, я бегу, да? Так, что это было? Что за... А, мы деревья, когда задеваем, они такие звуки страшные издают. Нет. Шикарно проработанная игра теперь стала. Думай, почему он мне он не бежит? Потому что устал, что ты думаешь-то? Нет, стой, не бегай от меня. Сейчас нас здесь сожрут. Сейчас вот эта ворона нам выклюет глаза и потом нас доедят. Потом за тобой придут фотографии. Да ёб ты! Кто там? Девка, поганая девка. Ты меня уже не так напугал, как первый раз. Блин! Нахуй! Она опять появилась перед тобой? Нахуй. Ты где? Тебя телепортировало, вон ты, вон. Тебя телепортировало, ты только стоял, тебя телепортировало. Побежай вон там, видишь, какой-то сарай. Как стоять? Пошли вон там сарай какой-то. Сникаемся там, будем и дрожать от страха. Там сарай, да? Да. Тебя, кстати, стало плохо слышно, но ты зато дуть перестал. Нет, я там просто... Виска какие-то летят, смотри. Я подальше отодвинусь от рафа. А, ну да, надо. Да. Лучше так. Искры какие-то летят. Слушай, так, ну сейчас... Как слушай, лучше? Я так и не нашел ни одного ритуального предмета. Так, тихо, нам куда надо идти дальше-то? Пошли куда-нибудь. Мы вообще, короче, свалили с дороги. Ладно, давай вернемся на дорогу. А, ты назад. Давай на дорогу все-таки вернемся. Я, блин, я боюсь тут. Вообще что-то страшно так. Что-то такое. Правда, пока только одна девка напрыгнула, но я не особо, не так сильно испугал, потому что она появилась, когда я повернулся посмотреть на тебя. И она лоханулась жестоко. Так, вышка. Кстати, нас без фонариков видят, наверное, меньше, но я не хочу включать фонарик. Я тогда сам ни хрена не увижу. Кстати, где-то я что-то читал, что фонарик надо экономить. Может быть, он кончается, я правда не знаю. Здесь вроде не отображается, что он... Так, какая-то булыжник, булыжник какой-то здоровый. А, это был конец карты. Так, булыжник, здесь что-нибудь по-любому есть. У меня горилла мохнатый. Гориллы пока нету, горилла пока спит. Кинг-Конг недобитый. Так, куда здесь? Я вообще не вижу. Мы что-то нифига не нашли одну записку. В прошлый раз мы хоть две нашли, но нас Кинг-Конг, правда, сожрал. Но здесь надо искать не записки. Да, здесь надо не искать не записки, а ритуальные предметы какие-то. Пускай в темноте. Тебя, конечно, вообще не слышно. На записи тебя не будет слышно вообще. Так, лучше слышно. Ну да. Так получше. Просто... Так, вот это лесопилка какая-то. Мы, короче, сделали большой круг. Здесь на сарае где-то должна быть записка. Мы ее не читали ни разу. Так, подожди, я почитаю ее. Так, Н. Так, я жду его сильно, он все ближе, если вы читаете эти... Так. Ладно, не буду читать, как это убрать? Нет. А, Н, H, H. Так, ты где? Я лучше потом остановлю на записи и почитаю, что нам дальше делать. Я посмотрю лучше так, сейчас нету времени читать. Так, мы вернулись теперь на эту тропинку. Пошли обратно, пошли вот сюда. Так, я нифига не вижу.
Сейчас нас как-то даже забыли про нас, даже пугать не пытаются. Правда, я еще не вижу нифига тени никакой. Там раньше тени бегали, а тут, может, я просто их не замечаю. Сейчас уже день, не ночью играем, уже не так страшно. Я, правда, все равно заградил окно для атмосферности. Здесь? Я вижу свои лысины, блестишь. Отражаешь солнце лучи. Да, ну хоть кто, я выдохся. Я, правда, могу вколоть адреналин, но я вот приберегу для более худших времен. А! Кинг-Конг, валим, Кинг-Конг! Я тебя прошклю. Зажигай, фойфайр, фаер зажигай! Как? Направо. Я его то ли взял, то ли нет. Ты взял. На правую клавишу мыши, блин, бежим отсюда нафиг. И адреналин себе вколол, хрен ты меня догонишь теперь. Валим. У меня фонарик погас, я ни хрена не вижу. Я тебя сам не вижу, где ты? А, я его выключил. Все, я вижу. Ты на другую клавишу использовал его. Фу, я профукал один адреналин, у меня осталось только... Вот, ну нафига ты сейчас его кинул? Вот как его надо кидать. Не-не-не, он отпугивает. Должен отпугивать такой приятный свет, но других не знаю, может приманивать. Валим отсюда нафиг, короче. Пойдем, я не знаю куда. Мы всего лишь две записки взяли, что нагрится-то? А здесь надо 6 ритуальных предметов, которые даже не представляю, как они выглядят. Артефактов каких-то. Короче, мы уже хорошо, мы выжили уже довольно долго. Это уже достижение. По прошлый раз у нас сожрал быстро. Точнее, меня сожрал. Потому что мне приспичило почитать вторую записку. Стой, я устал. Я вижу, твой фаер там до сих пор горит. Я, кстати, фонарик похож на какую-то веб-камеру. Что за... Он сзади, валим, он сзади. Фонарь. Не, фонарь это вообще за пределами карты вроде мы... Скелет! Фаченый скелет, бежим. Адреналин, быстрее, адреналин, мужик, беги. Ух ты, блин, адреналин. Ух ты. Я бежал. Ты сдох? Убежал, так... Да. Он у меня, блин, нагрелся этот, блин, скелет. Я даже не заметил, как он подкрался. Ну, так же страшный-то скелет. А пока по над тобой... Скелет, он, конечно, не страшный, но я такой поворачиваюсь, а тебя уже скелет метелит, он на меня уже бежит такой ногой. Нет, кто? Считаю. Что за нафиг было? Тень дьявола, что за... Вот не надо, вот я лучше спрыгну с обрыва, так, адреналин, бежим. У меня конь... А нет, не кончился адреналин, бежим. Тут тень дьявола была, блин, как сыкотно, да? Нифига себе тут. Надо будет собрать команду 4 человека и зарубить их просто всех с радио, чтобы а то у нас 2 человека нас жестоко нагибают. А, кстати, так. Вон, ну... это вообще звезда какая-то светит. Нет, не надо, давай, до свидания, давай. Фонарик, что ли, выключаешь? Пошел вон, я побежал отсюда, давай. У меня кончилось все, нет, трындец. Так, он смотрит на меня. Я тебя не вижу, он не смотрит на меня. Я выключил фонарик. Записка сумасшедшего. И там рисунок. Какая там картинка? Ну да не свети. Так, ты где? Где записка-то? Все. Слушай, блин, ну я так за тобой наблюдаю, но я ж сам боюсь тут за тебя. Ладно, я еще чуть-чуть из этой записки. Нет, так темно, так на записи нифига не будет видно. Я куда бегу? Я вообще заблудился, куда? Так я не понял, а ты себя записываешь? Опять там кто-то пробегает, я записываю, да, я записываю. Правда, мы не поздоровались, так что всем привет. Вовремя. Я не могу от нее не смотреть, она меня заставляет смотреть на нее. Ух ты, скотина! Чтоб тебя джигурда разорвал, пяткой куда-нибудь в нос покарал. Давай, беги. Время эпичных фраз. Я не могу бежать. Кинг-Конг, обрысь! Джигурды на тебя не хватает, я не могу бежать, я только пешкодером могу. Я профукал весь адреналин. Ё-моё, да как же страшно, вот, тут одному-то. Мобы на меня нападают, как будто нас двое, тебя прозарканили. Слышишь? А что там? Ещё записка. Фух, рисунок, да. А много, я тебя спрашиваю, ДОС, нет в нем? ДОС? Ух ты, Иисус. Иисус, ты меня спасешь, Иисус? Ты должен меня спасти, покарай Кинг-Конга! Я уже нашел кучу записок, это сколько уже, 4-5 записок, я сбился вроде 5 штук, вообще, может 4. Ну блин, считай, ну я с тобой смотрю, но я почему-то вообще ничего не вижу.
А почему ты не видишь? Вот, ну теперь я хоть вижу свет от фонаря. Ты идешь по дороге. Я понимаю, что я иду по дороге. Спасибо, что сообщил. Хватит издавать такие звуки! Я уже на кирпичной стене сижу. Кто здесь? Кто тут был? Ара, где скелет Ара? А, прыжок Ары, нырок Ары, надо что-нибудь сделать, закопаться как Ара, я не знаю, что сделать. Я пешком только могу идти, так, как затишье перед бурей, чё как тихо стало. Так, что, трава пожухлая, я не знаю, что. А, убитая брусчатка, кстати, кто здесь прокладывал, этот Слендер, что ли, тут? Подрядчик у них. Да хватит! Ну, а дом, я что-то вижу вдали. Чувствую, это будет моей могилой, там что-нибудь такое, закопать мне в этом доме. Я вот вообще ничего. Подожди, тут... Не вижу. Тут... Как будто кто-то стоял мне в этом дыме, либо мне уже кажется все подряд, блин. Ты кладбище? Да, а, это церковь из Вия. Сейчас я сюда зайду, в гробы начнут летать, и все, и триндес мне будет. Можно, конечно, помолиться 3 дня, но это... А церковь? Ой, ты что делаешь? Ух ты, блин, палец вверх, кто читал Вия, может тоже подписаться. Молодцы, кто читал, он прикольный. Вот нет, колки, я пошутил, я не пойду в церковь. Сам молись, кстати, здесь был Иисус, поэтому здесь есть церковь. Ладно. Да он там, ты мешаешь мне дойти до церкви. Да. Что, бустик? Пойду на кладбище. Да, не, все, не пойду, все, я пошутил. Чувак, я пошутил, все, я не злись, я пошутил. Да. Церковь, ладно, я не... Нет, я все-таки схожу туда. Че, зря шел, что ли, так? Забор. Ладно, хоть тут можно начинать заворачивать, хотя, наверное... Да хватит! Как же это страшно, кладбище! Не, ты видишь, там он белый? Я вижу, что белый. Хватит, он зовет этого говнюка звуками! А ты уверен, что это вообще он? Да блин, у меня, если бы как у... перед глазами все мутнеет, все, я ухожу отсюда. Здесь, наверное, ритуальный предмет, я не знаю, как... Да вон он смотрит на меня! Там ритуальный предмет, я хочу увидеть, это туалет меня, ну, хватит на меня смотреть. Их вот 6, да, не один, то все... Аляр. Что это? Что это было, твою ж? Я что-то ничего не видел, что было. Ты-то не видел, я видел только какие-то потные пятки, блин, триндец, я вспотел аж даже. Все, на этом хватит, с вами был Фрост, парниша, всем удачи, всем пока, подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, делайте, что хотите. Я думаю, в следующий раз мы соберем команду, может быть, из 4 человек, если найдем, конечно. Все, хватит.